Перед началом этого видеоролика прошу меня простить, потому что, блядь, мой микрофон решил, сука, сесть. Батарейка решила откинуться. В общем, и запись будет херовой. Так что заранее прошу приготовить тампоны для ушей, потому что кровь будет литься, не останавливаясь, прослушивая меня. Ну, относительно, может быть, не все так плохо. Так что заранее предупредил, все. Всех обнял, всем удачи. Всем привет, вы на канале NBIC VR, и мы продолжаем Валькиного деда. Ё-моё, спустя сколько там, несколько недель? Нет, дней 12, наверное, прошло, 2 недели, наверное, не прошло. Я просто маленько приболел, то есть чуть стало полегче, я мог ходить, надевать шлем могу, точнее, голова так уже не гудит. Немножко понимаешь, где реальность, где нереальность. В общем, я уже нихера не помню, что нам нужно делать. Так что будем заново что-то разбираться. Я знаю точно, что я не знаю ни хера. Вот так вот, в общем. Справиться в Рэмпорт ночью. Найти Уистус, узнать, может ли взрывчатку уничтожить. Или встретить с тобой людьми в бункере. А, погнали в бункер. Встретимся в бункере. Пока что с людьми. Подожди. Они здесь. А куда идти? Блин, реально не помню. Я все вспомнил. Вот сюда. Да? По стволам, по волынам. Вроде все было нормально. Что-то здесь есть. Двухстволочка, прикольно. Приятно. Патронов хватало. Сейчас мы пойдем побазарим с теми кентами нашими, которыми мы с самого начала закайфанили. Скажем, что мы что-то нашли, они скажут опять, что нам это очень поможет. Но ты дальше разбирайся сам, а мы дальше будем ждать, делать вид, что мы тебе помогаем, и мы вроде кенты, а вроде нихера. Бац. Очень темно. Оп. Отлично. Я всегда жду, что здесь кто-то откуда-то вырвет и разорвет мне пука. Не знаю почему, но я очень сильно этого жду. Где вы? А, вот они. Опа! Tourist. Салам. Welcome back. Твои что-то подруги плохо. Смотри, с этим шутки плохи. Я начинаю сразу лагать. А, какие-то люблю. Просто скажи, что тебе нужно. Как там твой переворот? The situation on the inside is getting pretty dire. Eradicators are more aggressive than ever. Cracking skulls, putting us on lockdown whenever they feel like it. More executions too. 8 people took the walk last week. A few were on our side. Rumors going around that Mama might be onto us. If they were onto us, we'd all be dead. But still, we can't wait much longer. Time is not our friend. And here's the real problem, tourist. We need weapons, comms equipment, tactical gear. There's only so much we can skim from tower supply. But we heard that some exiles were making shit happen, moving stuff through some kind of trade network. And the mastermind behind it all is supposedly our buddy, the tourist. Me? A mastermind? Не понимаю, о чем. I don't know anything about anything. Прямо улыбается? Very funny. Прямо сейчас нам нужен полторец, прям такой мощный. I know. Тебе врач нужен, but everything in the tower is under lock and key. Entrance gates, storage areas. Shit, they even lock up the refrigerators. Если мы достанем полторец, мы тихо снизим quietly and swipe what we need. Эко знает, где можно найти. В французском квартале живет изгнание. Патриция. Она знает 95 разные редкости. Проблема в том, что она не жила с возрожденными. Она говорит, что Джей-Би был шарлатаном. Болторез, понятно. Что-то еще? Мы должны предупредить, мы все еще не знаем, чего она добивает. Exile has a target on their back. The map you found proves it. So, we need to put out some propaganda of our own. Так это here, уже было. Give these to Patricia. Ask her to pass them out to any exile she sees. Mama is the enemy and needs to be eliminated. Ну давай, что-то.
о, гости. Мы собираемся какое-то время, когда нас ничего не слышит. Мы еще дадим о себе знать. Thanks, спасибо, бродяга. Давайте, пацаны, удачи. Ой, ребят, девочки, вот. Не важно. Я пошел решать вопрос снабжения. Отправиться в Рэмпорт ночью, отправиться на улицу Бурбон ночью. Почему все время ночью? Я не хочу. Я ночью. Ночью страшно и опасно. Ночью вообще не интересно. Разбирайте найденную еду на составляющую, чтобы приготовить еду получить получше в лагере. Ура. Ну, у нас все нормально вроде. Сейчас загуглим. Ой, загуглим. Заглянем в рюкзачок, посмотрим, что у нас есть покушать. У нас вроде все полное. Я точно не знаю. Надо как-то ускоряться все-таки. Уже многие прошли в Walking Dead, а я еще тут где-то тут, за этой фигни сосу. Давай посмотрим. Ой-ой-ой, это что такое? Кунка в виде панды. Подожди, мы еще. Надо. Слушай, утилизировать все, походу, надо. Сейчас побурю. Утилизирую. Мы с бензопила. Ого. Патроны нам еще нужны будут, наверное. Фига себе, сколько говна. Особый предмет. Ты что такое? Прекрасно, блядь. Так, это питье какое-то. О, так. А ключ. Ключ от потайной комнаты. Отлично. Так, нам больше ничего такого и не нужно. У нас есть двухствол. Давай посмотрим, что мы еще за оружие сможем сделать. Обрез какой-нибудь. Двухствол. А есть обрез? Дробовик. А у них одинаковое все, да? Фига я это улучшу. Могу лучше. Могу лучше. Могу лучше. И... Блядь, стрел. Повышенная прочность. Стрел. Мы ни разу из стрел не стреляли. Ну и нахер они нужны. Блин. Вот это могу. Что нам тут дают? Перчатки. Хорошо защита от перчатки. Абляционное покрытие. Хорошо. Так, улучшили. Здесь что тоже можем улучшить. Бензин. Топливо. Для чаще работает на бензин, например, цветная пила. А, понял. Бабах. Во. Так, чего-то не хватает. Обрабатываем его материал. Хорошо, он в рюкзачке. А где он? Вот он. Отлично. Слушай, по стволам, в принципе, все в порядке. Больше брать с собой, в принципе, не нужно. А, нам эти нужны. Испаливающие. Максимальное здоровье. Что это нам нужно? Так. Опять собираемся полчаса. Бинтов понаделаем. Стерильный бинт. Бинты пусть будут. Все, погнали. Куда там надо ночью отправить? Отправиться в Рэмпорт. А, надо вот эта взрывчатка. Мы же все это просрали, это все заново просто, да? Это Рэмпорт, я понял. Рэмпорт ночью надо отправить. Да пофиг. Отправим сейчас. Почему бы нет отправить сейчас в Рэмпорт? Можно подождать ночи. Да, в принципе, мы уже темно, да? Мы сейчас туда приедем. И все. Вот так, сюда. Блин, тут
привычно, тебя шатает, подкачивает маленечко, но ничего страшного сейчас. Сейчас мы все привыкнем. Блять, нихера не ночь. Бля, нихера не ночь. Блин, ну ё-моё. Ну ночь, ночи нет. Снабжение. На улице бурбон ночь. А чё так светло? Да ночь была. Слушай, давай. А, вот мой прайм. Фу, блядь, напугали. Бежит, бежит, смотри-ка, блядь. Вот сейчас мы отправим сюда, а потом обратно. Да, потому что надо закончить с этой херней. Это помните, где в начале прошлой серии вот это было? Это, короче, вот к этой девке мы возвратимся, нужна взрывчатка. Нужна взрывчатка. А потом она нас куда-то отправила в школу. Все, да, теперь... А, мы не можем, мы только домой можем. Найти по три... Ёб твою мать, ты чё уже? Блядь, ты как так вспомнишься? Слушай, а чем тебя убить? Отойди. Где искать Патрицию? Давай. Надо отдохнуть. Ух. Да. Так. Найти Патрицию, дать телестопки, взять болторез для сейбл, использовать ультрафиолетовый фонарик, чтобы следовать за кошками. Сука, какими кошками, долбаные вы наркоманы? О! Кошки! Я даю... За кошечками. Ой, фосфор. Лови гранату. Бля. Вообще пофиг. Заворачивать сюда надо. Да? Писочки. Вот писаньки. Писаньки я иду. Вот это надо. Ага. Бах! В затылок, ёпта. Да, да. О. Слушай, а ты что, проснулся, что ли? Подожди, киска. Киска показывает сюда. Да, киска показывает сюда. Почему все скрипит? Я пойду лучше. Слушай, ну я там видел. Слушай, он от меня бегал, получается. Бля, какой, убежать хотел. Слушай, ну это весьма... Ну, круто. Это очень круто. Это я попробую на превьюшечку взять.
Слушай, ну кошек нет. Кошек нет. Пока... Пойдем сюда. Это, блядь, трупы. Вижу кошечек. Больше не вижу, кошки. Слушай, горит свет, значит, наверх. Свет горит. Опа! Здорово! Снабжение. Открой дверь. Йоу. Привет. Бродяга. Не, ждал тебя здесь видеть. Чем я обязан? Ёб твою мать, меня, короче, слетела игра. Блядь. Слетела игра. Сейчас, секунду. Просто вылетает, это не первый раз. Меня она начинает бесить. О, бежит, бежит. Мы сейчас до котиков быстро пробежим. Котики, где? Вот, мы уже не туда завернули. Мы уже завернули не туда. Где сраные котики? Потому что надо идти сюда было. Идем шагом. Размеренно. Дыхаем. Мы уже поняли, да, куда идти? О. О. Заново собирать. Я обосрался. Слушай. Ну мне страшно. Ого! Смотри, какое небо, кстати. Небо-то классное. Небо кайфовое. Что там светит нам? Нам что-то светит еще? Хорошо, нам что-то светит. Здорово! Турист! Бродяга, я ждал тебя здесь увидеть, чем обязана. Мне нужен был торец. Мне нужен был торец. Мне кажется, была тут где-то парочка, но бесплатно их не отдам. Даже тебе. Так и думал. Настоящий капиталист. Слова истинного капиталиста. Чего тебе не будет стоить? Не волнуйся, кто кого позарит на звуки электрические ножницы, ты можешь достать клиники неподалеку от башни. Начинается, блядь. Я весь внимание. Так и думал, что дело в этом. Что мне вот этого будет? Чего? I've got some doctor claiming for surgical scissors. Короче, врачи нужны ножницы. Неподалеку таймеры. Ага. Приветствую, господи, договорились? Заказ торговой сети. Конверт заказан торговой сети. Довольно дорого. Знаешь, что дорого? Болтарицы не растут на деревьях. Ну ты умная. Еще что-нибудь? Всегда есть что-то еще. У меня есть друзья, которые достала мама и ее режим. Они хотят убрать ее, но им понадобится помощь изгнанника. Еще один план по уничтожению башни, да? Он включает в себя огромную катапульту. Отличная идея. Вообще-то нет.
Ну иди отлично. Мама будет за всеми, за каждым из знаний. Варианта только два. Либо вы, либо она. Нам нужно, чтобы вы распространили послание, которое свидетельствует на пропаганду вас. Вот сука. Смотри-ка, как легко. Как легко, как легко-то, а? Holy shit, is this for real? Охренеть, правда происходит, будь честным со мной. Что эти люди, сука, такие. Я не могу сказать, кто они. Слишком опасно. Но это правда, поверь мне. Вот именно, поверь мне. Holy shit, is this for real? Это правда же происходит, будь честным со мной. Ты серьезно? If I'm telling you it's legit, then you know it's legit. Я развешу несколько штук, чтобы сам раздам пару штук прохожим. Придержу бутыль, сбили у себя, пока ты не найдешь то, что мне нужно. Ну ты серьезно? Как домой теперь возвращаться? Как домой возвращаться? Домой как возвращаться? Выполнить заказ из знаний в честном обмене. Свежий прогресс можно не идти на зеленый вклад. Слушай, отвали, а! Слушай. Эй, отвали. Мне вообще нужна карта. Так, уплыть отсюда. Даже не пытайся. Слушай, тут должен быть паркур какой-то. Мне нужно туда. Или туда. А я никак не пройду туда. Просто пойду туда. Ну чё, погнали её! Бум, 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 бум. Уродец, блядь. Наелся? Наелись, я сказал. Ты... Вот ты издеваешься? Слушай, ну не пролезет. Опа! Мы туда не пролезем. Надо идти обратно. Ну и пофиг. Погнали. Что думаешь, не дойдем? Ножницы какие-то. Ты его в жопу немножко. Понял. Пошел я в жопу. Ты где-то плюхнулась? Здорово, родной. Опа, где-то башку свою потерял. Я просто вышел погулять. Оу. Страшно. Ничего не понятно, ничего не вижу. Просто бегу навстречу своей судьбе. Бегу навстречу своей судьбе. Фу, успели. Четко. Все. Надо завершать. В жопу у меня вылетело. У меня пропало настроение. Все. Я не хочу дальше играть пока что. Пока что. Это ночь. А как там ночью? Как ночью попасть? Я не выспанный, я хочу спать. Вот если она сейчас скажет, иди спать. Лодка сейчас не скажет. Накопилась усталость, нужен отдых, пожалуйста. Слушай, я не устал. Все, тогда мы заканчиваем. Я сейчас иду спать и заканчиваем серию, потом будет. Надо на что-то маленечко другое переключиться. Что-то мне как-то маленечко поднадоело с тех касов. Эти вот вылеты меня все разочаровывают. Все крутится по тысячу раз. Так что это? Вот. Вот так вот. Такие вот дела.
Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Опа, ниже точку постоянно по ВКонтакте, там все. Все, ребятушки, всем пока.